Вот, смотри, сам. Видишь? Пишите, 093. Где там живет? Да, в этом. 601. 48. 49. У кого-то у меня нет с интернетом? Нет, там Вестхаус находится. Да, сейчас вроде нормально. Я думаю, что должен испытывать человек, который видит вот эту картину, когда 24 человека, самых крутых в нашей команде, сидят в одном помещении и чем-то таким таинственным заняты. Рубят, хотел грубо сказать, но скажу более мягко, рубят доллары. Вы представляете, какой супер-пупер-дупер бизнес? Когда есть возможность вот так собраться и не просто проводить семинар, учиться, теории развозить тут. И помнить о том, что долги нарастают, а кредиторы давят, а бизнес стоит и только что-то там учится якобы. Какие-то записи, какие-то теории от умных людей. Нет! 7 дней с утра до ночи. Вот такая вот напряженная работа, чтобы вот здесь каждый день подвести итоги. Две команды, красные и белые, кто победит. Да это же просто бомба. Вот бы узнать всем, а как сюда попасть? Вот бы узнать, а что они тут делают? Вот бы хорошо бы понять, а что нужно сделать, чтобы было больше денег? Какие тут они секретные сведения имеют? Какие новые технологии применяют? И вообще, что тут происходит? В следующий раз расскажу.